Привет всем! Сегодня у нас заседание клуба, и я хочу рассказать о нашем клубе чуть-чуть. Наш клуб существует 54 года, и есть некоторые члены этого клуба, которые являются, в общем-то, членами этого клуба с момента его образования. Вот сегодня люди принесли растения, конечно, их не так много, не все хотят приносить растения в клуб, но, тем не менее, есть очень интересные экземпляры, которые я вот как раз хочу показать. А членство в клубе стоит... Ой, какое красивое! Прям светится губа. Просто неоновое. Какое интересное растение. Что же это такое? Это Кадлея. Расселан Лейк. Очень интересное. Это тоже Кадлея. Очень красивая тоже Кадлея. Это мини-котлея. Yes, I'm talking to myself. I'm telling my friends about this. Okay. Looks so beautiful. Looks so beautiful. This, это yellow bird. Но у меня вот она выглядит по-другому. Очень большой куст. У меня выглядит по-другому она немножечко. У меня более яркая. Здесь тоже маленькая котлейка. Вот здесь вот огромный эпидендрум, огромный. Вот я такой бы в коллекции не держала. Не знаю, в чем смысл. Огромное, цветение ноль. Так, вот это котлейка, это мини-котлейка. Вот это вот эпидендрум. Эпидендрум тоже очень интересный. Вот это котлея. Котлея. Я немножко остановилась, жду, когда люди отойдут. Вот здесь вот два очень интересных башмачка с визин. Они два. Один принадлежит Санае, а другой принадлежит какому-то другому члену нашего клуба. Вот такие вот красотуны. Смотрите, какое совершенство. И тут почти такой же, чуть-чуть другая разновидность. Но это из той же серии башмачков. Очень красивые куртины, цвизин. Очень красивый. Сейчас я обойду прожектор и покажу с другого конца. Вот здесь вот цветущая морковка. Это катасето. Цветущая морковка. Вот это вот дендробиум линиюфолум. Заметьте, как он похож на кадберсоньяй. Но это не кадберсоньяй, хотя похож. Вот это анцидиум. Очень красивый анцидиум. Посмотрите, просто золотые цветы. Вот здесь вот природные разновидности фаленопсисов. Есть очень интересные. Ну, вот это гибрид, конечно. Это не природник. Это тоже белина. Сейчас они как раз цветут, у меня тоже цветут. Вот это полчерима. Вот это тоже белина цветет. А вот это делишиоса. Это природный фаленопсис. Растет на коряге, заметьте, на коряжке. Очень мелкие цветочки. Он очень душистый, но не сейчас. Сейчас никакого запаха я не почувствовала. А это керни керви. Это тоже природник. Вот такой хорошенький, лакированные цветочки. Но маленькие цветочки. Вы просто вот посмотрите на фоне моей руки. Малюсенькие цветочки. Малюсенькие. Вот такие вот цветочки у нас. И еще несколько слов о нашем клубе. В нашем клубе сейчас людей, которые платят взносы, около 220. Взнос $30 в год. С января по декабрь. И со следующего года взнос будет $31. Повышается на $1. У нас очень много активных членов клуба. Я просто сейчас покажу собрание. Оно ни в коем образом не похоже на собрание, которое показывает Света с канала Светлана's Happy Orchids. У нас реально очень много людей. Реально. Очень много людей. Очень много. Огромный зал. Много людей. Вот так выглядит наше собрание. Вот так. Очень много людей. Я не хочу никого специально фотографировать. Но это действительно большие собрания. И есть у кого что спросить. У кого с кем посоветоваться.
очень много опытных людей, которые занимаются орхидеями уже 50 лет или более. А вот такое вот заседание. Буду рада вам это показать. Пока!